В первые дни на первые по значимости объекты. Премьер-министр Республики Эльдар Халиков и мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировали ход работ на крупнейших площадках. Накануне внушительная делегация оценила строительство агропромышленного парка. Его возводят на пересечении улицы Аграрной и проспекта Победы. Открытие запланировано на конец января. Основные работы здесь уже завершены. Сейчас ведется внутренняя отделка, монтаж торговых павильонов и оборудования. После сдачи объект должен стать агропромышленным центром Татарстана. В одном месте продукцию смогут представить сельхозпроизводители региона. Стоимость аренды составит не более 19 тысяч рублей в месяц. Позже премьер-министр и градоначальник побывали на стройплощадках Дворца водных видов спорта и футбольном стадионе вместимостью 45 тысяч зрителей. На первом объекте сейчас начинается облицовка бассейнов кафелем. Завершить работу необходимо к концу месяца. На стадионе участники объезда осмотрели раздевалки, конференц-залы и другие помещения. По заверению строителей, все работы идут согласно графикам.